Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Борезина. Здравствуйте. Районам Кировской области выделят 300 миллионов из-за коронавируса. Такое решение принял губернатор. Сумма выделяется из региональной казны в качестве финансовой помощи в связи с падением доходов из-за остановки экономики во время карантина. Весной власти уже выделяли в этих целях 250 миллионов. Программа «Экономика». Кировчане еще могут заявиться на выплаты на детей за коронавирус. 30 сентября – последний день приема заявлений на получение господдержки. Это ежемесячные 5000 рублей семьям с детьми до 3 лет и единовременные 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от 3 до 16. Первые выплаты производились в течение 3 месяцев с апреля. Кто правом на них не воспользовался, может еще подать документы до конца этого месяца и получить разом 15 тысяч. Тоже и по 10 тысяч. Причем семьи, в которых дети достигли трехлетнего возраста в период с 1 июля по 30 сентября, тоже имеют право на эти деньги. Дополнительно по 10 тысяч положено каждому ребенку от рождения до 16. Документы можно подать через МФЦ, через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или через портал госуслуг. Экономика на 101 FM. Водителям и кондукторам общественного транспорта сменили систему оплаты. Уже давно звучащие жалобы на гонки на дорогах это должно прекратить. Теперь платить водителям будут за количество отработанных часов. Зарплаты их не будут зависеть от количества проданных билетов. Выручка будет влиять только на 5% суммы. Сообщается, что в результате получать они будут больше. Водители в среднем вместо 33 тысяч будут получать 36. Кроме того, на АТП появились премии. По итогам года три водителя и три кондуктора получат 13-ю зарплату, если не нарушали ПДД, масочный режим, если не было прогулов. Экономика. В завершение о валютах на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 3 копейки, курс евро 88,96. Ольга Борезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.